Всем привет! С вами КамАЗ. Сегодня я записываю видео, посвященное игре Atomic Heart. В этом видео я хочу показать, как настроить графику в игре, чтобы получить идеально красивую картинку, идеально четкую картинку, идеально контрастную картинку и при этом сохранить высокий FPS. Данное видео подойдет обладателям средних видеокарт, ну и, кстати, не только средних и мощных видеокарт, начиная с 1070, 1080, 2060, 2070, ну и так далее по возрастающей. Итак, смотрите, что будем сегодня делать. Графика прекрасная, оптимизация прекрасная, но видно, что в кадре есть мыло. Лица размыленные, волосы размыленные, листва размыленная, общее окружение размыленное. А я сейчас покажу в этом видео, как избавиться от этого всего. Картинка просто будет великолепная. Никакого мыла нету, не будет. Сейчас стоит пресет ультра настройки, и тем не менее моя видеокарточка практически без проблем с ней справляется, потому что здесь у нас такое густонаселенное, можно так сказать, место. Здесь много и людей, и домов, и деревьев, так что здесь, я думаю, видеокарта работает на максимум. То есть там, если будут какие-то коридорные уровни, там они дальше будут, там будет еще больше FPS. Итак, давайте сейчас посмотрим, чтобы улучшать. Вот смотрите, видите лицо, да? Оно подмыленное, видно, да? Волосы подмыленные. Так, у этих людей тоже подмыленные. Вот дальше вдалеке, смотрите, растительность подмыленная, да? Вот здесь сейчас покажу, тоже в глаза прям бросается. Вот смотрите, листва. Трава подмыленная. Значит, сейчас покажу, какой пресет стоит. И буду показывать дальше, что можно сделать. Так, заходим в опции, смотрим 12-й директ. Разрешение экрана, вот мой 1К монитор. Так, значит, качество стоит ультра, максимум, DLSS, это все дело отключено, как вы видите, да? Вот, значит, приступаем. Первое, что мы удаляем, убираем, это глубину резкости. Глубина резкости нам дает мыльную картинку. Мы ее убрали. Здесь тоже дает мыльную картинку, но мы это оставляем, потому что я смотрел, с отключенным картинка хуже смотрится. Так, четкость картинки ставим на 3. Это оставляем включенным. Антиализинг это сглаживание. Сглаживание мы отключаем полностью. Так, это у нас все выключено. Так, все это стоит ультра. Оставляем все максимальные настройки для вот этих видеокарточек. Так, ультра. Так, анизотропную фильтрацию увеличиваем до 8. Фильтрация, она дает нам четкость картинки. Так, все, мы это дело увеличили. Теперь сейчас применяем и посмотрите, что получилось. Ну вот, смотрите, получилась просто отвратительная пиксельная картинка, ступенчатая, уродливая. И на этом видео закончилось. Да нет, конечно, я шучу. Это вот наши первичные настройки, что нужно сделать. Ну вот, смотрите, вот, без сглаживания это просто жесть. Все в ступеньках, все страшное, стрёмное. Да уж, ужас нереальный. Такая картинка напоминает, я видео записывал по Resident Evil 4, настройка, оптимизация графики. Посмотрите, там такая же была графика хреновая. Ну ладно, я в общем отвлекся. Так, дальше. Значит, заходим. Ой, не заходим, пока что остаемся здесь. Дальше, значит, я вот нажимаю вызов Windows и открываем поиск. Значит, там вбиваем NVIDIA, панель управления, сейчас будем заходить в нее. Так, запускаем. Так, панель управления. Здесь нам кое-что нужно изменить. Так вот, в общем, видите, вот заходим вот в эти настройки. Управление параметрами 3D. Здесь вот находим DSR степень. Это включение фейкового режима 4К. Здесь вот нажимаем, ставим первую галочку, вторую галочку и четвертую. Ну, и последнюю, точнее. Можно вообще все включить, но вы ими пользоваться не будете. Так что вот самые красивые, это вот эти вот. Самые лучшие, это самые новые. Остальные, они, ну, видите, устаревшие масштабирование. Они не очень смотрятся. В общем, окей, нажимаете, и здесь вот у вас появится применить. Вы применяете, закрываете, и вам нужно будет игру перезагрузить, чтобы вы смогли в игре поменять разрешение на фейковый 4К. Вот сейчас у вас, как сейчас вот я буду делать, у вас не получится. Так, обязательно перезагрузите игру. Дальше, когда вы перезагрузили игру, заходите в разрешение и видите, у вас монитор, грубо говоря, 1920 на 1080 максимум поддерживает. Вот теперь у вас появились фейковые режимы 4К. Вот видите? Это у нас 2560, 2880 и 3840. В общем, ставим 2560 и применяем. Так, применили.
Так, сейчас, видите, мой экранчик с FPS ушел в центр. Сейчас я его подредактирую, чтобы он удобно было смотреть. Так, здесь у нас такое вот, такое разрешение. Сейчас переставлю, передвину его немножко. Так, и зайдем заново. Так, все, передвинул. Так, все, видите, да? Разрешение поставили. Ну и давайте зайдем, посмотрим, что у нас из этого вышло. 48, 50, 46, 43 кадра в секунду. Ну, четкости, видите, она получше, но прям четкости такой хорошей нету, да, и как бы кадров у нас 48, 46 не очень. Ну и картинка как бы смотрится ничего, но не огонь. Теперь дальше мы сделаем еще кое-что. Значит, заходим в опции качества. Так, и находим здесь... У нас, напоминаю, антиализинг — это сглаживание, оно отключено. Мы картинку будем сглаживать DLSS. DLSS картинка получится намного лучше сглаживания. То есть мы не включаем антиализинг, а включаем DLSS. Ставим его на качество и применяем. Применили. Та-дам! Ну вот, смотрите. Вот такое преображение картинки. Смотрите. Четкость просто офигительная. Смотрите, какие лица, все четкие, красивые волосы. Никакого мыла совершенно нет, абсолютно. Кадры, смотрите, справа 63. Напоминаю, что сейчас мы играем на 4К фейковом режиме. Смотрите, видите? Прям охренительное качество графики. Давайте дальше пройдемся, посмотрим. Ну вот эти люди тоже. Все, вот робот наш, киборг. Смотрите, трава какая офигенная стала. Точнее, листва. Здесь, смотрите, трава четкая стала. Просто шикардос. Давайте посмотрим елочку. Елочка красивая. Пройдемте сейчас вот здесь. Тут как бы, как я уже говорил, то, что здесь много объектов разных. И при этом... Ну давайте листву. При этом на фейковом 4К, на вот такой видюшке среднего сегмента, а такая охренительная картинка. Если у вас, допустим, какая-то мощная видюшка, там 3080 или там 4090, у вас вообще просто бомбическая будет картинка. Ну точнее, картинка такая же, точно такая же будет, только там FPS там будет 200. Вот просто великолепный. Но тем не менее, вот видите, 2060 видеокарта. И вот мы добились такой потрясающей картинки. Так что вот такое вот видео, довольно интересное, я думаю. Попробуйте. Подписывайтесь на мой канал, я буду дальше снимать различные настройки, как улучшать графику, либо как оптимизировать игры, либо там все вместе. Спасибо за просмотр, с вами был КамАЗ, пока!